33-летняя жительница Чеховского городского округа Московской области Лилия Машичкова на днях стала счастливой мамой. Дочку назвали Авигеей в честь одной из жен царя Давида из Ветхого Завета. Это 12-й ребенок в многодетной семье. 8 девочек, 4 мальчика. У нас 3 первых девочек учатся в школе и дополнительно на скрипках. Два мальчика учатся на аккордеоне играть и одна девочка на флейте. Младших 3 детей Лиля рожала в Видновском перинатальном центре. Беременность, как и роды, прошли без осложнений. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Не часто такое бывает. Женщина, 11-е роды, 12-й ребеночек. У женщины в анамнезе двойня, доношенная, благополучно все, слава богу, прошло. И в этот раз 11-е роды. Малыш очень хороший, 3500 весом. Мама сама так быстро восстановилась. Врачи хорошие. Роды очень хорошо принимают. Сочувствие проявляют всегда. Внимательные. Да, внимательные. И мне, в принципе, почему я сюда езжу, здесь вертикальные роды и специалисты хорошие. В Видновском перинатальном центре трудятся специалисты самого высокого уровня. На недавнем 3-м съезде детских врачей Московской области сразу несколько медиков учреждения были отмечены высокими наградами. Знак за заслуги перед Московской областью 3-й степени получила неонатолог Наталья Князева, которая стояла у истоков создания одного из лучших отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных в Подмосковье. Именно здесь творятся настоящие чудеса. Медики выхаживают младенцев весом от 400 граммов. Это заслуга не только моя, да, это заслуга, понятно, всего коллектива и, в первую очередь, главного врача, который дает возможность работать и применять свои знания, умения. Для этого нужно создать еще условия, поэтому коллектив и реанимация, и не только реанимация, отделение новорожденных, отделение патологии. Также почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения Московской области награждены заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Максим Новиков и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Елена Трифонова. Екатерина Борисова, Тамара Обидова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.